Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда интереснее смотреть с самого начала, ну а всем остальным приятного просмотра. Thank you.
О, начинается. Монстр, а у тебя алюминий есть? Алюминий, блин, воду. Алюминия вообще на карте очень мало. Ну, я смотрю, кореец только в путь строит. Кого строит? Это самое Стелсы, гидра? стелсы строят. Стелс, а нормально тебе очень. И типа у него много этих, как его? Я не вижу у него, но я вижу, что он строит. Корея, Я корея, думаю, расскажи про ему алюминий ГГшка тебе. дает какая-то. Гугешек, да, много. Но он Малаки, союзник и Самарканда. У Самарканда есть? Я у Самарканда не вижу. А у Малаки? И у Малаки тоже. Ну, так я не знаю. Она не Малака. С алюминием напряженка на Ну, карте тут прям двойная конкретно. К. Я вообще тут не вижу. Малакка. Америкос он есть. У меня нету, блин, как обидно до соплей. У Ватикана 3 бомбазы 8. А где Ватикан? ВГшек. Ну вот, ты по-прежнему считаешь меня лидером, француз? Может, пойдем ему отомстим за такое дело? Все, да, все, войны теперь без меня. Пожалуйста. Ну, только если хотите напасть на меня и распилить. То вот это пойдем, с одной стороны, американец, я только воюю, он там от щедрот отсыпливает денег. Ты, кореец, как воевать собираешься? Мартой. Ну, вперед, я дам открытые границы, вперед. Блин, ты же Карфаген, ты меня прокинул с религией.
Смотрю, думаю, где можно этих великих людей-то... А, ты уже взял реформацию. Обидно. Агент вообще здесь? У меня есть этот Марвел, не знаю, почему его нет. Там больше ничего нет? Да, вроде нет.
Бля, вот и что теперь делать с Америкосом? Я тут не знаю. Что вы меня спрашиваете? Вас два, вот вы и делитесь. Что? Кто с ним замирился, когда он со мной воевал? Напомни мне, пожалуйста. Радостный, с криками, тут француз-лидер. А? Когда у вас были войска и возможности. Я свои войска слил. Ну, пришел, молодец, отлично, здорово. Я ничего не буду делать. Я буду сидеть и развиваться, все. Можете вон с моря его в Вашингтон пробовать взять? Что вы на самолетах там можете по саргады какие-нибудь брать? А вы не можете, да? Кореец, ты со мной по науке вроде не идешь. А по всему остальному ты меня вдвое обходишь. Наше единственное мое преимущество, у меня его уже нет. Уже нет. Тем более, блин, как я тебя по промке обошел? Тем более и то я по науке вырвался, потому что я сжег двух ученых. С фарфорки, который и родился. Двух коров. Я вспомнил, мы же с тобой не зря это самое. Того самого. Не, мне деньги нужны. Сорян. Отлично. Ну, если хочешь, можешь мне дать, я с тобой заключу. Смешно. Вообще ни разу не... Ара? Хочешь это самое? Там. Договор хочу, они заключили, давай мы заключим. Так я вот тоже подумал, давеча. Там нам нужно что там? Friendship, да? Угу. Это вообще без разговоров, это вообще по умолчанию должно было быть всегда включено. Ты что-то какие-то херовые предложения выдвигаешь только Карфаген? Какие-то налог на регулярную армию? Ну давай, я проголосую, как тебе надо, что проблема, что ли? Мне надо балансить, понимаешь, как-то вас все. Ты знатный балансер такой. Ну поверь мне, если бы вы его вынесли, то он меня бы уже только... Ну, кореец, память открой осталась. Тайну, сильно тебе помог Линдекс? Ну так, слегонца. Вход, два люкса дал. Ничего вход себе, дал. Два люкса. Ну, после счастья как бы. Че? Thank you.
Да у меня счастья дофига. Мне это пока не надо. Но ты как-то поучаствовал бы? В чем? Потому что вы там договора... В догонянии американцев. Чтобы ты догонял американцев. Ну купи у меня эту... Я к тебе готов, мне не надо просто, мне счастья не надо. Слушайте, я на 6-й секунде, ну я думаю, это никто, это ж ничейный был ГГшка. Какие-нибудь возражения у кого-нибудь есть? Ну ты в следующий, понимаешь, сейчас еще ладно, когда в конце вот это начнется, их где ходить. Не, ну я просто шел по очереди, делал, что тут надо мне, и только тогда увидел. Я-то помню, что это нельзя делать. Меньше всего это требуется, конечно. Но жалко. Там надо плюс к науке взять. Наверное, зря это взял. Вряд ли у меня кто-то будет тырить. Что-то. О, так тут киты были еще, зашибись. То, что надо. Опять у вас война, да? У вас защитный пакт зачем-то был? Откуда у нас защитный пакт был, не понял. Не знаю. Галидекс принимает все не глядя, да? Вот как просрать 200 золотых называется? На ровном месте. Не, мне Карфаген кинул. А, Карфаген тебе кинул защитный пакт? Угу. А я-то тебе когда защитный пакт кидал? Я не помню, ты зачем ты мне кинул, я такой, ну ладно. Блин, я, наверное, Десича Гремен тебе хотел кинуть, и вот, в общем, ладно. Да. Проехали. Вот ваш ресерч агримент и закончился. Ты, да, действительно гений прям. Да я ж не подумал. Ну, посмотри, там заключенные договора. Ну, ладно, например. Ладно, я понял, да. Я. Американец, все не жалко вот тратить деньги на этого меткалука, который у моих границ все стоит, что-то наблюдает. Кстати, ты прав. Я уже забыл про него. Рея, давай еще что ли, ресичегримент. За твой счет тогда, вот это будет честно. Блин, давай половину хотя бы дам. Не, давай я тебе люкс дам, во. Слушай, ты слил мне 250 голды, которые у меня и так есть. 230, вот не надо. 234, не надо тут. Ладно, не хочешь, не хочешь. Я пытался. 134 с тебя и его. Да. Что ты за человек?
Ну, мой косяк, я как-то. Я хотел ему, как бы, ну ладно, чего уж тут объяснять. Ты же знаешь, я вообще, в принципе, эти не заключаю, даже когда можно. Так, подожди, что-то я не понимаю, что ты тут хочешь? Это самая кратковременная помощь. Нет, ну давай или золото, или как-то, ну блин, серьезно, что-то. Давай золото, потом люкс один в один, только прямая это шустрее. Вот, давай, так. А что, тебя меха не интересует? Карфаген. Сейчас, все, подождите. Я когда по одному за раз. Как-то вы очень много. Припищите, а толку? Давай, принимай. Сейчас тебя быстренько накидаю. Честно все. Ара, я тебе там тоже предложение кину. Посмотри, пожалуйста. Сейчас. Вот. Все? Счастлив? Могло быть и лучше, как бы, сам понимаешь. Да откуда мне понимать? Я же такой недалекий парень, на самом деле. Че? Ничего. Ара. Алюминий тебе. Насколько у Ара алюминия, интересненько. Нормально. Кстати, Ара, друг. Хотя. Ну, две штучки алюминия. Как там? Есть у тебя лишнее? Подождите, пауч. 12. А, это не 3. Я думаю, пусть будет. Жадная Ара. Ара молодец, вообще не надо. Не надо на Ару гнаться. И ты жадный. Вы два жадных. Справедливых. Вы только вот во время игры не начните там целоваться, чтобы это не очень приятно будет. Но у нас разбег где-то штука километр, так что не думаю. Ну мало ли. Так в экстаз вы идете. Пехота. Ты что хотел? Пришлось прожигаться. Не буду же я от арты отбиваться арбалетами.
Вот, ну, смотри, вот, кореец, вот ты сейчас тоже вышел этим же ходом в лабы. Ну, чё ты вот? Ну, я чуть последний по всему уже, кроме науки. Я сжёг сейчас ученого. Блин. Ну, это беда. Ладно. Фаген, так ты в итоге автократию принял, да? А что больше осталось? Порядок со мной. Я еще раз повторяю, когда я наворую все, что могу своровать, я переключусь просто из-за давления, и все. А что там предлагал? Ты предлагал? За две кусочка алюминия хреново тучу люксов. То есть со мной не про канал, а теперь Карфаген шантажируешь? Да я где-нибудь на скребу, мне там его особо не надо. Я тоже думаю, что как-то... Речки у меня такие, фу-фу-фу. Не речка, какое-то безобразие. Так, а что там для шато? По-моему, полет надо открыть еще, чтобы она еще больше стала давать всякой фигни. А, еще плюс одну культуру и два денег после открытия полета. Да.
280. Какое себе святое место. Бахнул в пшеницу. Блин, где мой рабочий еще один? Который должен вот эту меха обработать. Что? Плывет? Блин. Идиотизм какой. Видите, а корейцу Академии на 2 больше. Ну, не только Академия, любое совершенствование великого человека ему дает 2 очка. Алексей, ты здесь, нет? Да. Смотри предложение, отверни там или когда. Так я ж тебе ответное послал. Еще прошлым ходом. По крайности, у меня одни. Ну... Мне, как бы, твои ресурсы особо не нужны. Мне вот пряности нужны. Ты все равно получишь на один ресурс больше. Нет, у меня пряности одиничный ресурс, у меня ничего не изменится со счастьем. А, жаль. А что, я тебе только один ресурс могу дать?
Да. А там откатить не надо было? Что-то я так себе... Не, нормально. Ну ок. Как говорит мой сын. Еще и с нефтью туго на карте. Нефть есть, а где нефть? У меня есть. О, знаешь, где нефть? Что, скажи, что вот там вот под мои ГДС. Да. Так, где мои генералы? Я же говорил, у тебя их нету. Нет, что-то. Подари какого-нибудь, слышишь? А больше что, прям нету? Да не, есть у тебя нет. Ладно, отвело прям. Француза она есть чисто теоретически. А, нет, есть. Француза я, по-моему, больше всего. Да-да. Это восторженно сказала Б-17. Ну, я могу американцу за сдельную плату предложить. А вот вы мне расскажите, каким боком моя армия получилась второй? А что вы там делаете? Они убивают друг друга, мне так кажется. Да, ну прикольно это работает. Сообща.
Слушай, что ты тут предложил такое нехорошее, самый рейс? Хочешь, чтобы я проголосовал за налог на армию? Что-то? Я не хочу, чтобы прошел налог на армию. Давай так. Тогда я голосую против того твоего предложения, а ты против своего. Я проголосовал против армии. Все 6 голосов? Да. Ты понимаешь, что я не могу сейчас это протащить? Кто мы? Ну, вдвоем вы. Что мы можем протащить? Я уверен, что Вашингтон будет против налога на армию голосовать. Ну да, есть такое мнение. С первой-то армией. По науке меня этот все время на одну тех опережает кореец. А я на 10 опережаю его. Не, ну хорош жаловаться, но правда, что-то как-то не это самое. Не серьезно. Да, Мерикос, вот тебе труд жаловаться. Господи, мы сейчас с тобой находимся в рамках позиции. Я вижу демографию. Да причем здесь демография? У тебя там этот Карфаген рядом под боком, который тебе помогает. Карфаген тоже выигрывать надо как-то. Ну, так а в совокупности его помощь и твое развитие, оно такое же, как у меня. А чем там Карфаген, по-твоему, помогает корейцу? Ну, я тоже не догоняю. Давай корейцу. Часть там он постоянно дает и так далее. Чтобы не быть голословным, я сделаю так. Я не хочу, но не буду. Не, ну, чё, скажи неправильно. Я не давал, но вот дал теперь, потому что обидно просто стало. Заводить разговоры ни о чем. Как ты мог, слушай, ну это такой классный пацан. А я забыл попросить, да, ты, конечно, убрал. А, что, сдох, что ли? Угу. Американец, а ты что тут? Я Данис с базы комки взял. Ну, будем надеяться, следующих. Это самое, посажу, уберем потом. Что заболтались с этими люксами, видишь? А чё, я на твоей территории рубить не могу? Что за дела? Что Америкос, ну го мириться тогда, чем как лохи. Че вы тут все делаете, объясните мне? Я не знаю, что там затеял. Взял, пришел, что-то пнул меня и ушел. Я не знаю, на каких условиях. Просто у меня сейчас B17 будет. Тебе выгоднее сейчас со мной мир, чем не мир, так скажем. Потому что мне ты сделать ничего не можешь, а я с B17 могу тебе что-то сделать. Так это сделай ему что-нибудь. Так
так, а... Зачем тебе тогда мир, если ты так ему угрожаешь? Нет, просто это все равно война. Это же не значит, что я его заберу на раз-два. Все равно плевать и так далее. Просто на каких условиях мир? Твои предложения. Блять, угнал. Вот она, автократия в действии. Нет, нет, кореец украл этот, чудо. А это? Я про теху, техи говорю чуть-чуть. Алексей, посмотри сделку, или ты не согласен? Блин, да мне как-то соль нужна, я... Ой, соль. Специи каким-то образом. Не знаю. Ладно, я так понимаю, что с тобой никак не поторговать. Получается. Мне прочасти нужно. Я понял. Блин, нашел в море одинокий остров на две клетки, полностью покрытый снегом, зато с алюминием. 8 штук. Ставь город быстрее туда, не прогадаешь. Это я делаю, чтобы сразу трех музыкантов посадить в Бродвей. Я подожду. Потому что у Бродвея раз бонус. Видите, все великие работы должны быть одной эры и одной цивилизации. А в пятой циве работы той эры, когда они созданы. Там, видите, у меня две индастриал, а я сейчас в следующей уже эре. Вырублю тут джунгли. Нафиг не нужны. Я сразу куплю в Париже лабораторию. Я понимаю, что она быстрее строится, но я ее куплю именно для того, что... Как же все херово. Да нормальчик. Да, я на 10% уже по науке отстаю от американца. Ну, я тоже. А, да, да. Я вижу, что ты не врешь, потому что я третий по науке, и мы с тобой ровненько идем. А что так у тебя все? Вроде река, вроде там и холмы. Ну, у американца обсерватории, ребята. Я об этом вам говорил, когда вы мир с ним заключили. Кореец, он рядом со мной идет.
Я корейц, потому что. Вот и все. Ну, сразу, что 50%, просто у меня очень скоро ученый появляется, и мне надо его сжечь. Где он тут? Вот, два хода. То есть мне надо за два хода максимизировать науку. Тут я, к сожалению, купить не могу. Лабы. Буду строить. Перехода. Четыре хода. О, аж культуру с варваров. Могу получать. А, стоп. Так, и сжигаем писателей. Оптимизировать науку. О, забыл в Париже спеца посадить. Потому что они мне все юниты дают. Мне, может, уже и не надо. Так, вот тут можно шахту сделать. А где ты нагреб? Какая глядяшка давала тебе эти длиннострелящиков? Сидон. На самом деле. Вот их надо было набрать, короче, апнуть в гатлинг. Вот тут тогда бы веселье началось. Ой, блин, нафига я олень? Ну, Лёша, ну как можешь быть таким невнимательным? Блин. Обработал оленей зачем-то. Хотя шел меха делать. А, вот и Гибралтар. Линдекс, а что это за вечный, как это, как это называется-то, около вечного огня, как это, караул? Что это за караул рядом с Гибралтаром? Мониторил, но тут мало ли кого тут дергается рука. Дрогнет. Мониторит что? Что именно дрогнет? Море, море проплыть. А кто на тебя может напасть вообще, в принципе? Ну, знаешь, я уже давно перестал понимать, как вы играете. Такую что-то творится, и вообще не поддается моей логике вообще ни разу. То туда, то сюда, что-то, то воюю.
то через две клетки вдвоем нападают, то потом обратно. Чего за фигня, не пойму. У него хотя бы золотой век. Таймер. Ну да, золотой век. Кстати, я за золотым веком, золотой век американца, я его не догоняю по производству. Да, я смотрю, у американцев в два раза больше армии, чем у корейцев. Ну а чё ему? Они ж как бы только на самолетах, если только. И вот скажи мне, зачем ему вот эти всякие города корейцы? Пока он до столицы дойдет, он, по счастью, сдохнет вообще. Вообще. Да и по деньгам, я не знаю. Играйте в умные игры, на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.